Всем привет, мои дорогие! Сегодня такой волшебный день, надо делать все практики, техники, благодарить Бога и Всемогущего Вселенного за все, что есть у нас, за то, что мы живы, дышим, имеем руки, ноги, но остальное мы все в силе сами все сделать. Как вы знаете, у нас сегодня с девочками пикник будет, мы отмечаем 6 месяцев со дня создания клуба. С тех пор прошло 6 счастливых месяцев. Мы сплотились, дружились, стали как подруги, сестры, родные души. И мы решили сегодня отпраздновать на природе. Ну, погода с утра была такая нехорошая, а сейчас более-менее нормальная. Я готовлю вот такое огромное хачапури. С утра замесила тесто свеженькое. Ну и мужу вы видели. Покажу вам, как мы проводим время. Как шикарно подошло у меня тесто. Посмотрите, мои дорогие зрители. Сейчас я отправлю это хачапури. Смазала, естественно, яйцом вместе с йогуртом. Сейчас так не видно, красота такая его, да? Ну, замечательно вышло тесто. Обалдеть. Готовлюсь, девочки, мальчики. Такая хорошая жена, горжусь собой. Смотрите, я приготовила мужу безелье, приготовила ему плов, оставляя его сытым. А это, посмотрите на эту красоту, только что я его маслицем помазала. Обалденное хачапури, а оно так классно пропеклось. Надо вам один раз рецепт снять, потому что многие пишут мне, как вы готовите, как готовите. Вот так готовлю, мои дорогие. Ну все, обед готов, пошла я приводить себя в порядок. Так, ну что? Я все забираю с собой. Хачапури пока стынет. Смотрите на меня, я беру и рисование. Рисование беру, тарелки. Так, вот, мои дорогие, все я беру с собой. Будем рисовать, будем гулять, все будем делать. А я пошла в душ. Друзья мои, мы едем на пикник. Сколько людей и машин сегодня приехали на пикник? Не, мы так не, не пройти, не проехать. Сколько? Следующий уже там назад. Господи, ну, видит, что здесь машина топчется. И... Музыка какая здесь у нас? Байрам Кутлуолсун, Мубарек Колсун. Я сейчас с ними вместе подыграю. Вот такая заводная Светлана. Я бы его там обрулила, у меня машина-то высокая, ничего не понимают или что? Ну, когда вот да, да, да. Там... Вот оранжевые трусы. Оранжевые трусы. Слушайте, и направо. Я могу туда уехать. А, давай, я могу сюда. Направо. Поехали. То же самое место. Ну, тут... Направо, говорят. Вы видите их направо? Сволочи, которые щемились, и мы такие гордо на своей тачке. Вперед, хорошо, доехали. Оранжевые трусы. Приехали бы как-то туда, так сменили. Ориентир — оранжевые трусы. Вот сюда. Девочки, я боюсь забуксовать. Вот тут. Леночка, ну посмотри. О боже, красота. Красота. Лена. Да,
Да, да, я. Кимой тоже я сделаю. Дед Кимой тоже. Вот такие мы красотки. И в Турции мы нашли друг друга. 17 мне уже, а он меня целует. Говорит, что любит. Мама. Подожди, посмотрим. Ну, подожди, у нас фотосессия. Сохранишь? На мутим близко. Такие классные у меня девчонки. На мутим близко, мне кажется. Мне не нравится. Я такая, давайте. Там близко, близко. А она тоже. А не надо так? Да. Я видела уже сразу, что там близко. А ты их фоткай, как они фоткаются, кстати, да. Прости мне мои стихи, все, что были мне о тебе. Такси.
приедем в наш старый дом. И мы включим в прихожий свет, и обнявшись с тобой вдвоем. Начался незабываемый день в нашей жизни. 6 месяцев нашему клубу, 6 месяцев счастливых дней, где мы по вторникам и пятницам встречаемся с девочками, занимаемся йогой, рисуем нейрографику, болтаем, делимся друг с другом своим жизненным опытом, поддерживаем адаптироваться в чужой стране. Так замечательно мы отмечаем наши юбилейные встречи, а также дни рождения. Всем большое спасибо за то, что вы набрались терпения и посмотрели это видео до конца. Будьте такими же позитивными, веселыми, жизнерадостными. Надеюсь, что вам понравилась наша встреча, и вы бы в душе хотели присоединиться к нам. Независимо от того, где вы проживаете. Всем огромное спасибо, мои дорогие подписчики, зрители и гости моего канала. С вами была Светлана Ата и клуб лучшей жизни в Мерсине. Ставьте лайки, подпишись на мой канал. Не забудь нажать на колокольчик и поделиться моим каналом с вашими друзьями и близкими. Всех вас люблю и ценю. С вами Светлана Ата.